Привет, меня зовут Данила Поляков, и сегодня я покажу, что в моей сумке. Это была очень скучная сумка, и я ее переделал. Взял просто скотч, очки, подошву и сделал сумку, которая дарит хорошее настроение. В последнее время я ношу с собой приглашение на выставку в музее Art4.ru. Мы снимали проект этот год. Это будет до 14 февраля. Приходите на выставку. Еще в моей сумке всегда ключи. Но на самом деле это вранье. Они всегда висят на шее, потому что я боюсь их потерять. Мой косметический клатч. Тональный крем, пудра, лак для ногтей, помада. Ну, вот так. Также в моей сумке всегда две пары очков. Это мне подарила подруга. У меня шикарные очки. Плюс есть другие очки, которые мне подарил Boutique Belief. Это японский бренд. Их можно носить вместе. Сменная обувь. Каждый человек должен иметь с собой сменную обувь. Адские каблуки. Подруга привезла из Берлина. Я человек не суеверный, но у меня есть амулеты, которые меня радуют. Часы бабушки и подарок друга. Но всегда в моей сумке есть икона. Моя фэшн-икона Жан-Поль Готье. Сладкий. Танцы. Жаба. Следующий вопрос. Классика. Цветное?